Всем привет, меня зовут Лина, и это Scarlet Nexus. Мы с вами продолжаем. Вроде как мы сохранились, да? А вон же Лешка еще есть. У нас тут ускорение мозга происходит. Ага. В общем, мы остались одни, и что? А я там вижу, там уже что-то происходит. Там, видимо, сейчас будет босс-файт. Ну как же действительно без босс-файта? Как же без босс-файта-то в такой игре и в такой-то час? Самое ведь оно. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Окей, ладно, поехали босс-файтиться. Председатель Сумераги? Да. Апи. Это... Тагетсу. Такая рана. Слишком поздно. Погодите, не умирайте. Новая Химука может превращать людей в иных? Я не могу раскрыть. Я серьезно. Ответьте. Для меня уже слишком поздно. А, и сейчас все видят, что ты с этим мечом такая. И Юй-то такой, о боже, Касана убила. У Касаны нож. Это же Касана виновата. А? Юй-то? Ты убила моего отца. Вот так и рождается недопонимание. Касана, ты в порядке? Папа! Не стой на моем пути! Что ты делаешь? В конце концов, они все равно решают, что это я его убила. Но это будущее не случилось бы, не будь меня здесь. Я здесь, так что я не дам случиться тому будущему. Юй-то, ты должен умереть. Что? Что ты такое говоришь? Я пообещала тебе. А теперь защищайся. А... С этим босс-файт будет у нас. Ты пообещала мне, что убьешь меня? Ты вообще о чем? А тебе не нужно понимать. Умри! Ой, господи, вот... Именно... Вот, да, именно вот... Получи балкой в лицо! Пожалуйста! Спокойно, Касаны. Обдумай. Ты что, и правда хочешь убить Юй-то? Эй, отвечай! Касана, давай обсудим это позже. Я очень беспокоюсь об отце. Остановись, прошу тебя. Председатель уже... Нет, я не должна об этом думать. Я обязательно убью Юй-то. Если отпущу его сейчас, второго шанса может и не быть. А можно как-нибудь ему, пожалуйста? Спасибо. Вот так, да. Спасибо, спасибо. Тут бы я умерла и очень сильно бомбила. Что ты творишь? Похоже, это будет не так легко. И это мне ничего не даст. С помощью мыслеполя я точно смогу разобраться с Юй-то? Да, я могу это сделать. Теперь я должна. Я хочу защитить мир, чтобы спасти сестру. Ради этого я сделаю что угодно. Я его убью. А,
Погоди, это что, мысли поля Касаны? Я быстро все закончу. Тебе придется умереть. Это единственный способ. Умри, умри, умри! Ахаха, ахаха. Юйта! Касана, что с тобой происходит? Нехорошо, уровень ее силы зашкаливает, и она теряет контроль. Где Юйта, где я? Касана, слишком опасно. Закрывай мысли-поле сейчас же. Система мысли-поля дает мне шуточные преимущества, но сильно нагружает организм. Если долго держать ее активированной, это приводит к нарушению работы и серьезному повреждению мозга. Утрата контроля над собственным мозгом приведет к концу игры. Нажмите левый и правый грибочек, чтобы отключить мысли-поле, прежде чем это приведет к вашей смерти. Мне нехорошо. Я будто теряю себя. Это мысли-поле? Касаны! Прости, Юита. Я пойму, если ты меня возненавидишь. Ты еще жив. Я исправлю это. Подожди, что ты делаешь? Почему ты пытаешься меня убить и моего отца? Касана? Ты заколола моего отца? Погоди, что это? Внимание, жители Новой Химуки. Вы, слепые глупцы, отвернувшиеся от правды, когда она была прямо у вас перед носом. Я Карен Треворс из ОПИ, один из пробудившихся и сбросивших с себя ярмо правительства Новой Химуки. Мы с моими союзниками решили объединить силы с Эйроном. Наши цели совпадают. Если останешься здесь, тебя поймают. Возвращайся к Сидену, если хочешь сбежать. Это Кагэра нам тут нашептывает. Бедные жители Новой Химуки, не закрывайте глаза на правду. Эта страна сошла с ума. Правительство контролирует город, информацию людей с помощью Сайнета. Даже мысли больше вам не принадлежат. Вы всего лишь скот, призванный работать на государство. Режим Новой Химуки уничтожает любого несогласного, делая их безумцами. Они выращивают послушный скот, который могут контролировать. Здесь справедливости вы никогда не добьетесь. Эй, Касана уходит! Стой! Стой! Очнитесь же, жители Новой Химуки. Сейрон защитит вашу свободу воли. Он создаст все условия для того, чтобы вы могли жить как люди. Я обещаю, что эти правила останутся неизменными. Сейроне, я был в первых рядах, когда пришла пора восстать. Восстать против общества, которое жаждало контролировать людей и наделять правами лишь избранных. Теперь я разрушу режим Новой Химуки с помощью Сейрона. Это что за В, значит, Вендетта вообще? Да, начнется борьба с насильственным контролем. Да нас ждет, начнется революция. Пробудившийся. И те, кто желает пробудиться, присоединяйтесь ко мне в Сейроне. Помогите мне уничтожить режим Новой Химуки и навсегда положить конец их тирании. К-
Кагара, зачем ты заколол председателя Сумираги? Чё? Может, сначала ты расскажешь, зачем ты пыталась убить Юита? Меня попросили. Что ж, как и меня. Мой заказчик приказал убить председателя, чтобы остановить бесчинство новой Химуки. Я планировал повесить убийство на кого-нибудь другого, и именно ты попалась под руку, к сожалению для тебя. Прости, я не планирую сознаваться. Кагара, ты ведь из Тагетсу, состоишь в церкви Тагетсу. Это был приказ Тагетсу? Я оборвал связи с Тагетсу. И потом, на данный момент, лишь одна сторона, которая жаждет, видимо. Значит, это был приказ Сейрона. Пока этого достаточно. Если мы продолжим разговаривать здесь, то наткнемся на Юита. Пока предлагает вступить в город Видения. Там мы поговорим, хорошо? Да. Кагара, не пытайся стать невидимкой и сбежать. Я тебя держу. Майор Кёка, с тобой мне не сравнится. Я буду паинькой. Касана, прости, что свалил всю вину на тебя. Я не специально. Правда. Забудь. Но зачем ты убил председателя Сумираги? Не думал, что кто-то из Тагетсу может поверить Сейрону. Даже не знаю, я просто делал то, что мне приказали. Может, моя сила просто подходит для убийств? Карта мозга расширена. Вот это вот я даже не юзала. Восстановление. Сбитый противник. Нисходящая атака оружия. Пипец. Вот это вот просто непознанная целина. Непознанная, неосвоенная, наверное. Я никогда не думал, что мы станем бунтовщиками. Что ж, действительно, может, научу называть себя лейтенантом Кёкой. Отлично, будем лентяйским взводом. Я всегда думал, что ты подходишь для такой работы, но не представлял, что ты правда на это способен. Наконец-то я тебя нашел. Карен? А, Сиден, вижу, ты все еще липнешь к Касане, как банный лист. Это то самое восстание, о котором ты говорил? Да, новой Химуки было мало власти над обществом, и они начали эти отвратительные исследования. Исследования по превращению людей в иных. В своем стремлении создать больше сильных псиоников, они начали экспериментировать с метаморфозом живых существ. Я уничтожу правительство Новой Химуки за то, что они сделали. Половина ОПИ присягнула мне на верность. Вам тоже стоит отправиться в Сейрон. Ну, я не против. Но кто же ты такой, Кагара? В каком смысле генерал-майор? Думаю, с каждым из нас двигают скрытые мотивы. Я не возражаю, только не лезь в мои дела, как старые добрые. Вы что, настолько давно друг друга знаете? Знаешь, как бывает. Так, что вы собираетесь делать? Я сначала хотел присоединиться к Сейрону. Карен, если честно, генерал-майор, ты меня жутко бесишь, но я не могу признать того, что творит новая Химука. Я тоже с вами. Ну, ты меня знаешь. А что будешь делать, Касана? Дайте выбор, дайте выбор. Это новая Химука превратила Наоми в иного? Да. Сейчас Наоми в Сейроне, да? И ведь ей поможешь? Сделаю, что смогу. Хорошо. Тогда я тоже отправляюсь в Сейрон. Где вы? Выборы есть тут. Нет выборов никаких. Мы никогда не сможем вернуться в Су. Что ж, так и быть.
Нет, это ты никогда не сможешь вернуться, ведь это ты убил председателя Сумераги. Да, я и злодей. А Сиден умник из Сейрона. Что это вообще значит? Разве плохо быть умным? Спокойней. Так, Араши, ты ведь решил присоединиться только за тем, чтобы следить за генерал-майором. Боишься, что он станет проблемой для генерал-майора Фубуки? Я не настолько привязана к брату. Ну да, конечно. А ты зачем решила уйти в Сейран, а, майор Кёка? Только не говори мне, что ты одна из фанаток Карена. А что такое, если я все-таки одна из его фанаток? Ого, я всегда думал, что тебе скорее понравится генерал-майор Фубуки. Да ладно тебе, Кагра, думаешь, я из тех, кто изменит свое мнение только из-за понравившегося мужчины? Когда состоишь командование API, хочешь, не хочешь, а замечаешь подозрительные действия правительства. Но исследование метаморфоза людей... Такое я не могу принять. Да, в этом вся беда. Именно поэтому Афи присоединился к нему. Уверен, никто из них не доверяет правительству, да и популярность генерал-майора сказывается. Верно, в любом случае. Афи ждут те или иные перемены. Как только мы вернемся, перейдем к Сейрон, возможно, наше назначение поменяет. О, точно. А что случится с этой базой? Она ведь принадлежит семье Рэндалл, так? Возможно, нам удастся и дальше ею пользоваться. У семьи Рэндалл немало собственности, которой они не пользуются. Я никогда не говорила им о том, что мы пользуемся этой базой. А, значит, мы пользовались ей без разрешения? Ну, тогда продолжим, как и дальше, пока можем. Хорошо, когда есть где отдохнуть. Как только я доберусь до Сейрона, смогу увидеться с сестрой. Жди меня, Наоми. История Касаны. Фаза отдыха 5. Максимально напрягая свою способность, псионик может создать вокруг себя особое пространство, мысли-поле. Для этого необходимо некоторое время поддерживать ускорение мозга. Активируйте мысли-поле при помощи левого и правого грибочка при появлении на экране значка готовности. Значок готовности останется на экране даже после завершения ускорения мозга, и вы сможете активировать его в любой момент. Мысли-поле позволяет использовать атаки телекинезом без ограничений. При этом ваши боевые возможности меняются следующим образом. Невозможно использовать САС. X – это близкие атаки с зачисткой. РТ – быстрый бросок. Удерживать ЛТ – это сброс объектов, добивающая атака. То есть ти-ти-тин. Повторный замах. Тин-тин-тин – замах и запуск объекта. Тин-тин-тин-тин. Замах и бросок объекта. Все забыла. Когда вы сближаетесь с союзниками, это усиливает узы, связывающие команду, и повышает уровень командной связи. Это дает также бонусы, как повышенная вероятность активировать видение стража, боевое видение или воскрешение, а также возможность получить особые предметы. Чтобы повысить уровень командной связи, увеличивайте уровень связи с каждым из союзников, проходите их истории связи или дарите им особые подарки. На карту мира добавлено город Сейрон. Мыслиграмма. А, Лука, мы ж тебя вообще искали. Так, а тут вообще ничего нету, да, наверное? Задание. Базовая тренировка. Я рад быть здесь, Кагэра-дан. Знаю, это звучит претензионно, но мне кажется, в будущем моя невидимость очень пригодится. Особенно после всего случившегося, так что буду рад помочь. Доступ к симулятору вид. Боевая мощь, на новое задание. Так, сперва нам надо со всем пообщаться. Кроме тебя. Ты все еще журавль, видимо, да?
О, тебе тут вообще хорошо. Он просто развалился, как не знаю кто. Так, я могу с Щеденом поговорить, но сперва сохранюсь. Я на всякий случай просто сохранюсь. Всякое бывает. Так, что у нас по времени? 20 минут. О, расслабляйтесь, ребята. Уровень связи отряда 1. Ах. Нет, подожди, я вот хотела. Никогда бы не подумал, что так произойдет, когда мы решили пойти в Суа. История связи. Я напоминаю, что Сиден пытался нас задержать. Проклятие. Сиден, что ты делаешь? Касане, я ничего не делал? Если ты пытаешься это скрыть, прячься получше. Трудно пройти мимо такой сцены с куклой. Ну не резиновая ж баба, ну... Что? Как долго ты на это смотрела? Какое-то время. И в чем смысл всего этого? Только твоих указаний мне сейчас не хватало. Да, мы просто общаемся. Мы же товарищи. Разве товарищи не могут поговорить о всяких мелочах? О мелочах? Ну ладно. Это Баки. Знаю, Наоми тоже их любила. Родители купили мне ее, потому что она сейчас очень модная, хотя она совершенно не в моем вкусе. А почему она у тебя до сих пор? Кстати, это ты виновата. Чё? Из-за того, что я проиграл тебе в одиночном бою, родители пытаются меня приободрить. Ты сказал своей семье, что проиграл? Конечно нет, просто когда я долго им не отвечал, они скорее всего догадались, что случилось, и с тех пор заваливают меня сообщениями. И даже прислали мне эту куклу, думали, наверное, что она мне понравится. Но это все сильнее давит на меня, потому-то я и не хочу им отвечать, и каждый раз вскипаю от одного вида уведомления. И ты вымещаешь свое раздражение на кукле? Да. Ты возражаешь? Возражаю, заведи себе резиновую тетю. Думаю, это игрушку антистресс лучше. О, так ты меня понимаешь. Что это был за звук? Как твои дела? Мы давненько ничего от тебя не слышали, вот и начали волноваться. Знаю, мама и папа всегда будут на твоей стороне. Твоя мамочка знает, какой ты на самом деле сильный, малыш Щиден. Да что соберись и не проиграй. Жду от тебя все весточки. Увидимся, малыш Щиден. Ты это видела? Прости, но видела. У тебя хорошая мама. Она постоянно мне такое отправляет. Я уже давно взрослая, но она все равно относится ко мне как к ребенку. Ты что, действительно обмениваетесь сообщением через терминал? Они навязали мне его. Я могу получать сообщение прямо в мозг, но нет, им нужно устроить проблему. Я не понимаю, почему ты так сопротивляешься. Тебе не нравится, что семья пытается тебя воодушевить? Я им благодарен, но иногда тебе просто не удается чего-то добиться, как бы сильно тебя этого не ожидали. И когда они раз за разом говорят, мы верим, что ты справишься, то словно обвиняет меня. Ты еще такой ребенок. Что ты сказала? С того дня, как меня удочерила семья Рэндалл, я не помню ни единого случая, чтобы родители меня поддержали. Знаешь, я не хочу сравнивать наши жизни, не зная, кому из нас лучше, но, как по мне, так тебя действительно любят, и тебе с этим очень повезло. Я даже немного завидую. Я... Прости, что наговорил тебе всякого, даже не подумав о твоей ситуации. И все равно поддержка моей семьи меня сильно напрягает. Родители хвалят меня всегда, как бы сильно я бы не облажался. И как мне при этом понять, насколько я хорош в действительности? Если я хочу стать лучше, то нуждаюсь в объективной оценке со стороны. Ты недоволен тем, что твоя семья тебя любит? Не понимаю, почему ты из кожи вон лезешь ради всеобщего признания. Конечно, ты не понимаешь. Ты ведь победила, так что я просто неудачник. Я просто столько лет тренировался, чтобы в итоге позорно продуть новичку. Вы, наверное, все хихикаете у меня за спиной. Нет, я просто не понимаю, почему тебе так нужно чужое одобрение. Если ты объяснишь мне, я постараюсь тебя понять. Хочешь меня понять? Об этом я тебе и говорю.
Я занят и не обязан тебе ничего объяснять. Похоже, у него много забот. Если я хочу его понять, мне нужно больше с ним общаться. Вот уж и не знала, что общаться с людьми так тяжело. Вы прослушали сеанс Касана-терапии. Позволь мне кое-что прояснить. Не ты глава этого взвода. Скорее, я позволяю тебе руководить. Не забывай об этом. Значит так, будто глава взвода все-таки я. Я имею в виду, не задавайся. Нечего тут выпендриваться. Достигну третий уровень связи с Сиденом. Сиден дарит вам подарок. Пробковая доска. Кажется, теперь я знаю тебя лучше. Меня это раздражает. Я не знаю, что ты имеешь в виду под раздражает, но я рада, что мы все-таки лучше понимаем друг друга. А, вот это мой коврик, да? Или нет? Фотки все какие-то не мои, как будто. Ну, пробковая доска, скорее всего, я ж повесила ее куда-то. Ну, Сиден стоит рядом со своим столом. Вот это вот, видимо, Кёкина. Это Кёкин стол. Это непонятно чей. И тут просто вот этот блондинчик расположился, растекся, я бы сказала. А... Тут вообще, скорее всего, был Гема, но Гема маленько... все. Так, с кем я могу еще переговорить? С тобой, да? Ого, что тебя так разозлило? Может, улыбнешься? Расслабься, тебе сегодня просто немного не повезло. Да нифига себе не повезло, на меня накинули просто обвинение в убийстве. Охренел, что ли? Эй, коса, она пришла на меня поглядеть? Ты в меня часом не втрескалась, а? А, да нет, я просто зашла узнать, как ты. Но, похоже, с тобой все в порядке. Так что пока. Ого, я вижу, ты все та же. Кстати, раз уж ты все равно здесь, так, может быть, сходим на свидание? Не, спасибо. Хорошо. Погоди. Что еще? Прости, не стоило мне использовать слово на букву «С». Может, воспользуемся этой возможностью, чтобы укрепить нашу дружбу? Иногда я сомневаюсь в твоих мотивах. В последнее время ты на грани. После того, что случилось с Наоми, я, как старший в этой команде, просто о тебе беспокоюсь. Почему бы нам не выпустить немного пара? Посидишь себе спокойно за чашечкой чаю, поболтаешь с наставником. Возможно, у него есть какие-то скрытые мотивы, но при этом, возможно, мне действительно стоит с ним поговорить. Мы как-никак союзники, так что, думаю, мне стоит по меньшей мере хотя бы попытаться понять, что это за человек. Ладно, у меня есть время для короткого разговора. Вот, и наконец-то согласна. Отлично, пора выбираться из этого города. Не совершаю ли я ошибку? Может, ты совершаешь? Так, о чем нам нужно поговорить? Так, посмотрим, может, начнем с того, как у кого дела. Хотя мы, в общем, и так знаем, кто из нас чем занимается. Тебе сегодня нужно немного расслабиться, чуток спустить пар, так что давай поговорим о чем-то, что тебе интересно. Но мне вовсе не кажется, что мне нужно выпустить пар. Правда? Тогда, может, я просто задам тебе несколько вопросов. Скажи, вы ведь с Наоми были очень близки, правда? Конечно, мы уже были сестрами. Но мне казалось, что вы были даже ближе, чем настоящие сестры. Что же между вами такое произошло, что настолько вас сблизило? Ну, Наоми всегда защищала меня, потому что, если честно, в доме Рэндаллов я не чувствовала себя на своем месте. Приемные родители не особо тепло ко мне относились, и лишь она была ко мне по-настоящему добра. А, понимаю, то есть ты чувствовал себя обязанной ей за то, что она сделала твое детство более сносным. Как по мне, она замечательная сестра. Да, наверное, можно сказать, что я обязана ей своей жизнью. Я хотела расспросить его о себе, а в итоге мы все время говорим только обо мне. Наверное, ты действительно любила Наоми. Что? Да, для меня она самый важный человек во всем мире. Так что позволь мне кое-что у тебя спросить. Как ты думаешь, если бы ты могла вернуться во времени туда, где с Наоми все было хорошо, тебе бы этого хотелось? Вернуться во времени? Тогда ты могла бы сделать так, чтобы все шло как раньше? Конечно, мне бы хотелось вновь быть вместе с сестрой, но я так не могу. Почему? Потому что, отняв у нее ее страдания, сделав так, словно их вовсе не было, я бы отняла у нее всю жизнь. Ясно. А почему ты меня это спросил?
Просто моя жизнь все время была полна поводов для сожалений. Я часто думаю, что бы я изменил в прошлом. Хотя в твоих словах есть смысл. Наверное, нужно просто принимать то, что уже случилось. Кстати, хватит уже обо мне. Мне бы хотелось узнать о твоих ошибках прошлого. Я не могу вот так вот сразу поделиться с этим с тобой или еще кем. Должна же во мне оставаться хоть какая-то загадка. Правда? Тогда не буду на тебя давить. Ну, мы же не хотим сблизиться слишком быстро. Давай не будем торопиться. Хорошо. В конечном итоге о нем мы почти не говорили, но я заметил, что на секунду он все-таки сбросил ту улыбчивую маску, которую обычно натягивает на лицо. Думаю, за этой привычной беззаботной маской может скрываться что-то больше. А может, я просто пытаюсь найти, чего на самом деле нет. Ох. Мне кажется, у нас много общего. Слушай, мне давно хотелось кое о чем с тобой поговорить, Касан. Это твое оружие, это ведь фактически нож, да? Получается, у нас есть кое-что общее. Да, нож, но не совсем тот, как у тебя. Да и стиль боя у нас совершенно разный. Даже от твоих сообщений веет холодом. Ну да, я ведь использую нож в состоянии невидимости. Порхая как бабочка и жалю как пчела, хоть ты меня и не видишь. Но я думаю, двое любителей ножей все-таки могут чему-то друг у друга научиться. Давай это обсудим. Этот аппарат не мешает, убери, пишет там. Это вот нам писал, получается, Кагеру. Вот, а сейчас нам пишет Касана. Кагэра, мне кажется, кстати, это вот типичный представитель личности, который весь такой эгегей, весь себя веселый. На самом деле он веселый, потому что он просто устал грустить, потому что у него столько вообще дерьма происходило в его жизни, что он просто уже достал. Плакать или злиться, он такой, ну, все, ладно. Все, что не убивает меня, делает меня сильнее, поэтому эгегей, а сам на самом деле внутри очень печален. Аппарат Араши мне мешает. Я и говорю, а толку никакого. Передвинь его. А почему ты сам его не передвинешь? Я не в ладах со сложной электроникой. Если я не буду контролировать свой электрокинез с предельной точностью, то могу закоротить все контуры. Конечно, такое было только в детстве, но мне все равно не хочется, чтобы меня отчитывали, если оно сломается. Ну и ладно, сам справлюсь. Не хочу, чтобы кто-то подумал, что я не могу себя контролировать. Ебаная истеричка. Какой аппарат Араши тебе мешает? Вот этот? Или вот этот вот? Что это вообще такое? Это, по-моему, этот... Попить она что-то берет. А это еще... Это терминал и очки, да? Уровень связи отряда 1. А есть что в магазине? А, новые товары. Так, подожди. Боевые. Оружие. Невидимый танцор. Ладно. Пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам. Так, кроличьи объятия, дубинка, это оружие, подожди, дополнение, внешность, переносная упаковка, продуктовый паёк, противогаз, кошачьи ушки. Подождите. Все. А, ой. Подарочный талон. А, во, подарки. Подарки подъехали. Сборник эссе по неврологии. Счастливый хрустальный шар. Классные вкусняшки. Набор инструментов, рекомендованных игр, очки, пипидастер. Меня всегда очень умиляло такие названия, типа пипидастер.
Так, рекомендованные игры можно дарить и тому, и тому. Эпидастер только... Так, это я ему уже подарила, да? А, я тут смотрю, кстати, вот, справочник про Септентрионах, он прям сердечко. Да? Тут сердечко поменьше. Это нормально тоже? А инструменты? А, у меня есть инструменты, да? Очки я уже дарила. А если я снова буду дарить очки? Снова подарю тебе справочник. Так. Классные вкусняшки. Хрустальный шар. Свеча. Гитара. Параллельные дополнения. Подарочный талон. Ага. Так, ну подарки вроде я все. А это что? А, это украшение. Чек. Рюкзак, баки. Ну, я трачу все на подарки, поэтому я думаю, что на подарки мы пока и будем тратиться тогда. Ну да, у нас получается, что-то произошло, и сейчас сплошная болтология. Да подожди ты, господи, сейчас я задариваю всех подарками. Есть тут кто? Да, есть. Сидит. Подарки. Так, что тебе могу подарить? Справочник, на. Thank you. Угу. Но он уже так не реагирует остро, как реагировал до этого. Пипидастер. Устройство из палки и текстильной либо виниловой тряпочки. Используется для уборки пыли с мебели при помощи статического электричества. Называется оно пипидастером, и даже не спрашивайте, откуда взялось это название. Используйте с осторожностью, чтобы не разбросать собранную пыль. Окей. Когда я его использую, он мигом очищает пыль. Хотя его надо только держать. Ты там уже пыль уди... Да. Они А, и они прям используют, походу, да? То, что я им даю. Так, на, тогда тебе еще очки. Это касаны терапии. Поговорить и задарить подарками. Ля, ты фигачишь. Ты, мне кажется, пыль так-то на свой стол, с которого ты ничего не убрал. Вот эту тряпочку, пидора. Господи. Утихомирь свое электричество, Сидон. Ты посмотри, что происходит странное. Что-то. Так, ты иди сюда. Набор рекомендованных игр. Good taste. Хороший вкус. Ну надо же, какая щедрость. Так, а есть ли здесь мои любимые? Ай. Кнопки путы. Электроакустическая гитара. Да, сердечки маленькие, это типа чуть-чуть, да, прибавится. А вот сердечко большое, это вот прям он будет писаться только в путь от счастья. Really? Thanks. Просто пошла, купила гитару. Ну, это не сфига. И решил подарить. В чем бы и нет. Какому-то мужику. О, классно. Когда-то это было моим хобби, но я уже давно не играл. Может, я напишу песню для тебя, Касаны? Ух, это делает меня еще популярнее.
Знаешь, Касане, у тебя так много особенностей. Я бы сказал, ты довольно необычная женщина. Наоми всегда говорила, что меня часто не так понимают. Да, так оно и есть. Ты просто говоришь, что вздумается. По моему опыту, больше друзей у тех, кто всегда молчит. Но на самом деле, такая несдержанность — одна из твоих лучших черт. Достигнут второй уровень связи с Кагэро. Эй, ну что, теперь ты видишь, как я крут? Насчет крут не уверена, но думаю, теперь я понимаю тебя немного лучше. Так, он тебе сюда положил игрушечки. А, так это, наверное, малышечки Араши, да? Она, ну хотя, блин, Сиден ворчал на агрегат Араши, и я думала, что вот это вот агрегат Араши. Пока что Сиден у нас самый задаренный подарками, я смотрю. Потому что у этой, господи, у Кёки только пока цвет... Блин, прикольная штука, смотрите. Я бы себе хотела такой стол. Так. Ну, раз уж мы не можем вернуться в Соло, говорит нам Араши, теперь это будет нашим домом навеки. Ну, для меня, по крайней мере. Да, халявный дом, почему бы и нет. Так, это я уже дарила. На. А, они стоят рядом со своими домами, да? Местами. О, отличный выбор. Получить что-то, что выбрал для тебя другой человек, так весело. Это всегда сюрприз. Так, еще дарю. Набор инструментов. Я ей набор инструментов, по-моему, уже дарила. You have a good eye. О, Касане, отлично. Принесешь мне газировку из холодильника? Ладно, но думаю, сама бы ты быстрее принесла. Мне нужны калории. Если я потрачу их на способность, то в какой в этом смысл? Не волнуйся, я тебе отплачу. Правда, не знаю, когда. Нифига себе ты тут обустроилась. Достигнут второй уровень связи отряда. Во! Новое украшение базы фото отдыха после задания. Думаю, если я буду тебя лучше понимать, то мы сможем сражаться еще эффективнее. Что ж, думаю, в таком случае нам обеим нужно лучше понять друг друга. Так. Ну, я прокачала вроде, да? Типа, это что? Набор инструментов я ей дарила, вкусняшки я ей дарила. Этот обложился всем подряд просто. Это мое место, наверное, все-таки, если мне подарили пробковую доску. Но тут не я же. А вообще... Араши, я смотрю, тоже. Так, а где фото отдыха? Покажите мне. Это календарь. Это для утилизации. Угу. А, во! Вот это фотка отдыха. Ну, нормально, нормально, ладно. Чё бы и нет. Хорошо, уровень связи отряда 2. Сиды нам прокачали. С этим прокачали. С вот этой вот. Я тебе могу что-нибудь вообще подарить? Раз я считаю, что председателя Сумираги убила Касану, уверена, ей будут очень рады, да? Счастливый хрустальный шар. Ой, она меня сейчас прям зацелует, мне кажется. Подлизываемся к Кёке как можем. Ой, это wonderful. Бля, как она рада. Идеальный хрустальный шар без единой трещинки или неровности. Куда я смотрю на него, мне кажется, что меня вот-вот туда засосет. Чем лучше инструменты для гадания, тем выше его точность. Так, а теперь надо проверить, что сулит мне судьба на сегодня. Ох, прикольно. Нет, ну и подарками получается, я им...
обеспечиваю места, обустраиваю. Thank you. Нейробиология – активно развивающаяся наука. Она интересует меня по личным причинам. Угу. Угу. Пробковая доска есть, фотка есть, уровень связи отряда 2. А, она еще тут что-то себе обставила, да? У нее камни, получается, всякие. У нее тут лотосы для расслабления. Кстати, прикольно выглядит. Я бы вообще с удовольствием сидела бы за таким столом. Сидан вообще. Фиви. А кто тут сидит? Ага. Метает он тут ножи свои, да? Метает он здесь свои ножи. Метает! Метатель херов. Так, а ты что делаешь, лапочка Раши? Ты что-то пригорюнилась, да? Обожралась, небось, и перевариваешь. 100%. Аж не можешь смотреть на вкусняхи. Хотя вкусняхи и там, и сям стоят уже. Нормально. А в следующей серии тогда мы, получается, погуляем по локациям. Там у нас есть две мысли связи, да? Что там у нас есть? У нас есть вот. Две мысли связи. Касаны забежать в Мусуби. И Акарен и Треверса. Вот. На сегодня давайте мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Я вам буду очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментарий. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.